Мы всегда хотели, чтобы у нас были хорошие отношения. Сколько я приглашал прежнего президента, не только президент, даже премьер-министр ни разу не посещал Азербайджан. Вы понимаете? Такое игнорирование Азербайджана не могло, безусловно, не вызвать у нас соответствующую реакцию. Владимир Владимирович Путин. Вот его визит 9 января в Азербайджан, это стало событием огромного значения. 2001 год. Владимир Владимирович Путин, лишь год как президент, как рассказывал Гидар Алиевич, они были вместе на саммите СНГ. И день встречи лидеров стран СНГ, ну, по традиции, закончился ужином. И где-то в районе 10 часов они расходились. И выходя, Гидар Алиевич обратился к Владимиру Владимировичу с предложением поехать к нему в резиденцию, попить чая. На что Владимир Владимирович сказал, что достаточно, вроде бы уже поздно, 10 час. Гидар Алиевич ему тогда сказал: Владимир Владимирович, вы еще молодой человек. Куда так рано ложиться? Если я... А Гидар Алиевич было уже сильно тихо-тихо за 70. Если я не тороплюсь, то вам зачем так рано ложиться? И они поехали в резиденцию Гидара Алиевича. Разошлись они в районе 5 утра.